Всем доброе время суток, всем привет. С вами Анатолий, вы на канале Топгаймер. А, вы на канале Домовенок. Итак, ребята. Играем в Хроники Хаоса. Так. Ежедневные задания, подарки. Шестьсот крестонов у нас уже. А, это изумруды. Так, опа, тут что? Так, забираем. Все. Так, запределье. Так. Собираем открыть сундук. Тут что? Да, подарки прикольно. Каждый день так получать. На халяву подарки. Так, все. Так, тут что у нас? 30-й уровень. Так, дирижабль. Так, забираем сундук. Задание выполнено, забрать. Так, забрать. Так, все. Отлично. Артефакты. Вот он. Так, такие герои наши. Так, тут что? Так, сундук откроем еще. Открыть. Окей.
Так, задание. Герои. Так, что у нас тут такое? Кого можно призвать такого, чтобы... Как получить? Героический сундук надо открывать. Так, ладно. Так. Все. Так, тут что у нас? Подарков сколько все много. Так, теперь та гильдия, ну-ка, что за гильдия? Можем создать гильдию и вступить в гильдию. Ну-ка. Что, посмотрим просто. Облака какие-то. Так, добро пожаловать в небесный город гильдии. Здесь ты сможешь призвать первых в истории титанов. Окей. Окей. Ух ты. Так, используй помещение сферы в группе. Ну-ка, как это? Окей. Так, ты можешь усилить титана до 5 уровня, использовать силы титана. Так. Твоя награда, так. Что-то новое. Так, ты получаешь нового титана. Окей, так, окей. Так, новый титан. Так, хорошо. Так. А тут-то дар стихий. Так, давай-ка я вот сначала лечебку свою
Активируем. Она всех лечит. Теперь... Ну, он хорошо, что вот это... Так, и теперь что? Так, тут чат. Чат гильдии. Ну-ка. Привет всем. Так, понятно. Участники. Так, кто состоит в гильдии, да? Так, ладно. Тут награды. Так, и что вот? Давай просто посмотрим. Так, подземелье. Добро пожаловать в подземелье гильдии. Окей. В битву к титану можно идти к камню душ. Окей. Так, и... И что? Так, и что? А, понял. Вот сюда. Каждый титан относится к одной из стихий. Окей. Так, нападаем. И бой. Так, авто. Ну, это пока, да, как говорится. Обучение. А, титаны еще это. Смотрите, кто с нами идет. Титаны плюс вот эти герои. Так, в бой. Так. Напасть. Так, теперь берем вот эту и давай вот эту. Бой. Так, авто. Окей. Круто. Титан какой, а? Так, в бой. Так, бой. Авто.
Окей. Так, теперь усилить титанов. Давай новое. Так, усилить титана, это что такое? Что он лучше делает? Огнем, наверное. Так, ладно. Давай попробуем еще в бой зайдем. Напасть. Бой. А, подожди. А, вон как. Мне надо было вот это усилить. Да. Чуть я сглупил. Ну откуда я знаю? Я ж первый раз зашел. Первый раз к титанам зашел. Хотя нормальный враг. Окей. Так, вроде бы ничего, так круто идет все. Да, сегодня у меня видео получилось настоящее прикольное, и подарков сколько собрали, и плюс еще титан. Так, авто. Так. Бой. Напасть. Бой. Авто. Окей. Это у меня такой первый раз. Такое видео, такой бой, такие бои. Так. Бой. Авто. Окей. Так, усилить титана. Угу. Так, ну все. Захожу последний раз в бой, и все. И на этом заканчиваю серию.
Итак, слишком длинное. Так, бой, авто. Блин, интересно. С каждым разом все интересно, интересно. Ну-ка. Так, теперь битва титанов. Бой. Так, авто. Ну все, реально, на этом заканчивать серию пора. И так слишком длинное вышло. Да, круто поиграли, и подарки сколько получили. Так, теперь город. Угу, все отлично. Так, теперь задание смотрим. Опа. Круто. И тут что у нас? Так, зайду за пределы, поставлю. Нет, не за пределы, нам на вот сюда вот. Так, сюда и на 6 часов. Хотя подожди. Вот так. Так, ну все. Всем огромное спасибо, кто смотрел видео. Всем пока, всем удачи. С вами был Анатолий, вы были на канале и Домовенок. Да, ребята, в этой серии у нас очень даже интересно было. Ставьте лайки. Если что не так, всегда пишите в комментах, вроде все так. Нан. И что самое главное, ребят, подписывайтесь. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. На канале у меня будет разные игры. Всем пока, удачи вам.